Представители оппозиции и экспертного сообщества Азербайджана призвали и президента Ильхам Алиева, и главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заключить военный союз между двумя странами. «Мы ценим политическую, моральную, дипломатическую и материально-техническую поддержку Турецкой Республики в борьбе с врагом при восстановлении территориальной целостности Азербайджана. Мы благодарим наше государство за его решительность при реализации этого права, несмотря на внешнее давление. Мы считаем, что освободительная азербайджанская армия, воспользовавшись опытом военного сотрудничества с турецкими вооруженными силами, показала высокую боеспособность при освобождении наших земель, и поэтому потери в боях были небольшими», сказано в обращении. Далее в обращении обращено внимание на нарушение России условий трехстороннего соглашения 10 ноября о прекращении огня. В частности, Минобороны России, грубо нарушив условия трехстороннего заявления, ввела в Карабах не предусмотренные в соглашении зенитно-ракетные комплексы, вертолеты, беспилотники, средства радиотехнической разведки и другие вооружения. Кроме того, вооруженные силы России установили наблюдательные пункты и организовали патрулирование на территориях, не охваченных совместным заявлением, в Шуше, Кельбаджаре и Агдаме.